Друзья, привет! Сегодня 1 ноября 2022 года. Пятые выборы за последние 3 года. Прочитаем заголовок сайта Mako или N12. Это то же самое. Ну, тут совсем мало слов. Тем не менее, поехали. Асиву вахамиши йоце ладерех. Пятый круг, можно так перевести, или пятый заход. Выходит в путь, имеется в виду, стартует. На иврите «йоце ладерех» — это начинается, стартует. «Нифтеху акальпиот берехаве арец» — открылись избирательные пункты по всей стране. «Берехаве арец» — это можно перевести как «по всей стране». «Йома бухер нифтах» — улималя мишиша миллион вахетци баалей схут пхира — יוכלו להגיע לקלפיות הפרוסות ברחבי הארץ. יום הבוחר נפתח. День избирателя открылся. Начался. ולמעלה משישה מיליון וחצי. И более чем 6 или более 6,5 миллиона имеющих право на выбор. Баалей схуд пхира. Те, кто имеют право избирать. Юхлю леагия лакальпиот. Гапрусот берехавей аарец смогут прибыть или добраться в избирательные пункты, которые прусот это разбросаны или расставлены по всему Израилю или по всей стране. Парус можно перевести как и развернутый, в общем, в этом плане. Беша эссер бидиюк гакальпиот исагру. ולאט לאט יחלו לזרום תוצאות האמת. В 10 вечера, ровно, бедиюк, в 10 вечера, гакальпиот ясагру, избирательные пункты закроются. И потихоньку, леат леат, яхелю, начнут, лизром, течь, приходить, притекать, но в данном случае приходить, поступать, можно так перевести слово лизром, хотя он переводится как течь, но это поступать. Тоц от аэмет, реальные результаты. Почему реальный? Эмет это истина, правда, в данном случае выступает в качестве, как бы слова, настоящие результаты, реальный результат. Ну, что отсюда можно взять? Слово кальпи, кальпиот, избирательный пункт, некоторые называют его кальфи с буквой фей. Хотя в правильном произношении это с буквой «пей», но это не имеет значения. Выражение «йоце ладерех» часто используется «отправляется в путь». Или в прошедшем времени «яца ладерех» — это значит «начался», «стартовал». Часто его используют именно в таком ключе. «Нифтах». «Нифтах» — это «открылся», инфинитив «открываться». Не путайте со словом «открывать». Это другой залог, поэтому открываться будет на иврите, то есть инфинитив, слово нифтах. Леги патах, биня нифаль, ли патах. Не лифтоах, ведь лифтоах это открывать или открыть. Обратите внимание, лимала ми, выше чем, это имеется в виду не чем, а более какого-то количества, более 6,5 миллионов. Лемаля мишиша миллион вахетси баалей схуд хира. Слово баль это не просто муж, как многие могут подумать. Прежде всего баль это имеющий что-то. И поэтому это смехут. Баль шель схуд. Шель уходит, будет баль схуд. Но поскольку у нас множественное число, то это превращается в слово баалей схуд. Как в смехуте, как в слове на алей спорт. Шиурей байт и так далее. А вот слово схуд это право. Какое право? Еще один смехут, то есть схуд. Шель пхира, шель ушло, право выбора. Юхлю смогут, будущее время глагола яхоль, именно будущее. Напоминаю, что слово лягия это не просто прибыть, это и добраться, и дойти, и прийти. В общем, любой вид прибытия. Поэтому всегда с предлогом ле, потому что куда? Лакальпиот, га прусот. Парус, причастие от слова лифрос или леги парец. Это, опять же,
если переводить лифрос, вообще это ляхем парус, если вы замечали, нарезанный хлеб пишут часто на иврите. Но также можно перевести как раскрытый или там развернутый по всей стране. 10 часов бедьюк. Время, когда мы говорим точно в 10, ровно. То есть на русском мы говорим ровно в 10, ровно в 7. На иврите мы используем слово бедьюк. Поэтому беша эсер, обратите внимание, на иврите мы не говорим эсримуштайм, как в русском 22. То есть мы просто говорим в 10 вечера, мы поясняем. Поэтому, когда вы читаете или говорите, вы говорите на иврите беша эсер ба эрев бедьюк. Акальпиот йисагру. Йисагру закроются. Откроются, закроются. Тоже биньян нефаль, возвратный залог. На сей раз инфинитив. Ле ги са гер. Закрываться, не путайте со словом закрывать. Лизгор. Разные залоги. Велятлят. Или в правильном произношении улеатлят. Потихоньку. Знакомое, да, слово? Сочетание леатлят. Мазаяхелю. Яхелю это начнут. Кто-то скажет, но Тимур, есть же глагол леатхиль. Нахон, есть. Но леатхиль это начинать. Как вам сказать? Это менее литературный или официальный, поэтому в новостях часто используют именно глагол лехахель, то есть в прошедшем времени хехель, эхела, начался, началась, в будущем времени яхель, тахель, яхелю и так далее. Поэтому в данном случае это как будто бы ятхилю начнут, яхелю начнут лизром поступать. Опять же, лизром это течь, протекать, но это также и отсюда слово зерем, течение, но мы в данном случае используем это в контексте слова поступать. А что начнут поступать? Начнут поступать тоцот. Мазе тоцот – результаты, тоца. Только обратите внимание, что в смехуте мы говорим тоцот аймет, а не тоцаот. То есть тоцаот это обычная форма, но если я ее подвязываю к чему-то, то есть тоцаот шель аймет, происходит смехут, уходит предлог шель, то порой бывает такое, да, мои птенчики ивритские, такое бывает порой, что первое слово деформируется, то есть немного меняется огласовки, то есть из трех слогов тоцаот мы получаем два слога тоцаот аэмет, то есть реальные результаты, истинные, настоящие, как хотите, так и переводите. Ну а потом у вас идет пояснение, у кого есть силы. Пожалуйста, прочитайте. Хагигаля демократия. Праздник демократии для демократии. Вот столько-то израильтян имеют право выбирать и так далее. Зеу. В конце они вас призывают. Цу. Цу лацбия. Выходите голосовать. Это повелительная форма цу. Тицу. Тецу. Ляцет. Аскадима хевре цу лацбия. Но перед тем, как вы йоц им лацбия камуван, ласим лайк, шейр, лешатеф. לשלוח את זה לחבר, לחברה, לאמא, אבא, לכלב, כל מי שלומד עברית, יאללה ביי.